Привет, меня зовут Лера. Сегодня у нас в видео будет вопрос-ответ. Мне их написала в комментариях Анюта Кэт. Если ты тоже хочешь, чтобы я передала тебе привет, обязательно пиши вопросы, и я передам тебе привет. Но если ты не хочешь писать вопросы, то просто напиши «хочу привет». Также не забывай ставить лайки и подписываться на канал. А мы начинаем. Так, первый вопрос. У нас куда ты едешь летом отдыхать? Я езжу летом отдыхать первым делом на море, а вторым уже в лагерь. В лагерь я в этом году еду на две смены. А в первую не будет никаких моих подружек. Это большой минус. В том году я ехала на одну смену и позапрошлым тоже на одну. Но вот в том году, то есть в 2017-м, там как бы был дождь, очень сильные ливни были, и, слава богу, я не поехала, но в этом году я еду, никаких моих подруг там не было, только во вторую смену. Второй вопрос, есть ли у тебя домашние животные, и какие, как их зовут? Так, у меня нет домашних животных, конечно, у меня были, да, я говорю, у меня были, но я их отдала моему дедушке с бабушкой. Как бы у меня было два попугая и три рыбки. Вы спросите, а почему три, почему так мало? У меня было три рыбки только потому что до этого мы покупали много рыбок, и они все, ну, вы поняли. Я не буду это говорить, YouTube может удалить мой канал. Ну, то есть, плыли и... Вот, вы спросите, наверное, почему у меня нет кошек или собак? Конечно, я себе больше бы хотела собаку, но у моей мамы аллергия на кошек, а у папы на собак. Так, третий вопрос. Как зовут твоих подруг? Ну, мою подругу зовут Аня Котычкова. Полина Хамидулина, Вероника Герасименко, но я только сейчас называю лучшие подруги, Юлия Борисенко, или я ее уже сказала, по-моему, нет, Даша Дистерик, и или у меня больше нету, сейчас я вспомню, и Вика Никифорова, танцев с моих. Так, дальше, кем ты хочешь стать в будущем? Кстати, это четвертый вопрос. Я хочу стать... Я еще не определилась. Как бы раньше у меня было желание стать ветеринаром, но сейчас оно уже исчезло. Я вообще хочу стать бизнесвумен. Я им стану. И последний вопрос. Какие ты любишь цветы? Это... Правда, сложный вопрос, ну, наверное, больше всего я люблю, как их называют, я забыла. Ландыши. Да, я, наверное, больше всего люблю ландыши. Не на запах, конечно. Если на запах, то я, наверное, люблю больше розы. А так я на вид люблю больше ландыши. Они как-то такие прикольненькие, они мне нравятся даже очень сильно. Ну, и не забывай писать в комментариях свои вопросы и также ставить лайки. Ну и всем пока, с вами была Валерия Барсукова, всем пока.